spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре представлен мужской демисезонный костюм Бор, выпускаемый компанией Novatex под торговой маркой Quest. Такая экипировка отлично подойдет для любителей активного отдыха, например, туристов, грибников или рыболовов. Состоит костюм из куртки с удлиненной спинкой и брюк, весящих вместе около 1 кг. Давайте поближе их рассмотрим. В качестве основы для пошива используется современная ткань дуплекс, плотность которой составляет 160 граммов на квадратный метр. Благодаря ей костюм обладает дышащими способностями, а также способен защитить от незначительных осадков. Внутри мы видим подклад из синтетической сетки. Он помогает осуществить дополнительную циркуляцию воздуха под экипировкой. Капюшон не отстегивающийся, без козырька. По овалу лица регулируется эластичной утяжкой с пластиковыми фиксаторами. А чтобы концы утяжки не болтались и не мешали при активном движении, они фиксируются небольшой тканевой петлей. Куртка закрывается на обыкновенную молнию с мелкими зубьями. Собачка замка оснащена простой веревочной ухваткой. С внутренней стороны расположена достаточно широкая ветрозащитная планка. Рукав прямой, без усиления в локтевой части. С целью максимально ограничить доступ прохладного воздуха под одежду, манжета плотно прилегает к запястью за счет того, что собрана на простроченную резинку. С внутренней стороны слева предусмотрено достаточно вместительное отделение под вертикальной молнией. В него можно сложить документы, ключи, мобильный телефон и прочую мелочевку. Еще пара боковых карманов расположена снаружи. Они скрыты под тканевыми планками и обладают достаточным объемом для хранения различных инструментов, аксессуаров или компактной электроники, типа портативного навигатора и рации. Для защиты тела от поддувания снизу по нижнему краю вшита эластичная утяжка с кнопочными стопорами. Штаны застегиваются на вертикальную молнию с двойной ветрозащитной планкой. Выше мы видим пластиковую пуговицу. Пояс выполнен в виде высокой резинки и плотно прилегает к талии. Снаружи пришиты шлевки под брючный ремень. Для различной мелочевки есть два боковых кармана открытого типа. Штанина прямая с анатомическими защипами в районе колена. Чтобы не дать прохладному воздуху забираться под экипировку, низ брючины имеет эластичную утяжку, которая оснащается пластиковым фиксатором. Он пришит с помощью тканевой петли и не мешается при ходьбе. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.